Значит, мы просим работодателей всех рассмотреть эту возможность, пристально рассмотреть эту возможность, и тех, кто может это сделать, в этом случае перевести им, предоставить им возможность работы на дому. Безусловно, это будут не все. Безусловно, часть работников должна находиться на своих рабочих местах, но даже снижение количества людей на 10-15% таким же образом отразится на уровне заболеваемости. Поэтому убедительная просьба ко всем не пренебрегать этой возможностью. Я понимаю, что этим надо заниматься, я понимаю, что это может быть где-то хлопотно, и организовать эту работу нужно, но мы все выиграем болезнями, здоровьем этих наших людей, и когда они будут заболевать и выпадать из процесса, это будет существенно болезненно для всех нас, ну, я же не говорю о том, что здоровье самое ценное, что есть вообще у человека.